Excuse me, just maybe Sophia can translate because we have a lot of American people here too. They want to hear what we're talking about. Can we do this? Yeah, we can do that. Да, очень поэтому приятно всех видеть. Можно вас переводить, потому что люди по-английски Хорошо, просто... хорошо, хорошо, хорошо. Поэтому я очень приветствую сегодня мистера Дэвида, нашего друга, партнера, нашего президента компании. Я рад видеть Игоря и его супругу Ларису. I'm happy to see Mr. David Hart on here, our CEO, founder, and president, as well as Igor Nikitsky and his wife Larissa. And I'm happy you're all here on the Zoom today. Да. Сегодня я, как сказал мистер Дэвид, я нахожусь в городе Астана. Today I am in a city called Astana. Готовлюсь к большому проекту страны. I'm getting ready for a big project in this city. Всемирные игры кочевников. Поэтому и находясь здесь, я работаю в то же время с астанинской командой по Траворюму. While I'm working on games, I'm also working on expanding my team in Traborium. Да. Год назад я пришел в компанию Траворюм. Наверное, один первый я пришел в команду Дэвида, команду Игоря. Я не знал, что такое Траворюм. Когда узнал, что такое есть такие большие возможности, месяц, наверное, я думал, что изучал Траворюм. И когда я понял, что это компания, которая дает большие возможности для развития туризма в целом, то я подключился в эту вашу команду. It was about a year ago that I first heard about Traborium, and I was thinking about joining Igor's team and partnering with David Hart in Traborium. At that time, I was not sure, so it took me about a month to do my due diligence, to look into it. And I saw the vision, I saw what this could do for me, specifically in the tourism industry, and I decided to give it a shot and to join. Когда я встретился в Казахстане с мистером Дэвидом в Алмате, то я понял, какой он человек, и он дал мне уверенность в дальнейшей работе Траворюма в Казахстане. When I first met Mr. David Hart at the first event we had here in Kazakhstan, I realized what kind of a founder and CEO we had, and I was happy to be a part of this company. В Дэвиде я увидел такие хорошие качества, черты его как бизнесмена и как человека. И я тогда решение принял идти с ним рядом именно в компании Траворюм. I saw David Hart's characteristics as a businessman and as a person, and I decided that this was a person I wanted to follow. Тем более с такими нашими наставниками, как Лариса, Игорь, Никитский. Especially with our upline leaders like Igor and Larissa Nikitsky. Сегодня наша команда с почти 5000 активных, только подо мной, активных членов. Партнеров активных именно около 5000 человек. I now have over 5,000 active, actually active, Traborium partners in my team and my downline. В моей команде с нами 10. Моя супруга сидит, Айткуль тоже здесь. Она тоже может добавить, что это она амбассадор две звезды, и она тоже помогает. Вместе мы работаем, делаем одну структуру, делаем работу в Травориуме. My wife is sitting here with me. She's a two-star ambassador, and we're working together on our business in Traborium. Я понял, что эта компания на самом деле реальная компания, которая дает большую возможность для в целом для путешествий для всех участников нашего закрытого клуба путешественников. И я знаю, что это будет идти, и теперь не остановишь эту компанию, потому что все условия и правила компании супер отличные. I realized that Traborium provides a great opportunity for people in travel, in the travel industry. And now the rate and the speed that we're going at, I realized that Traborium is unstoppable. Год назад я не думал, что мы будем амбассадорами, и что в моей команде будет 10 амбассадоров. A year ago, I didn't think I would be an ambassador today, and I did not think I would have 10 ambassadors in my downline organization. Недавно у нас подключился новый амбассадор Алтын,
которая дочь Гульсум, которая сегодня делает, как молодая девушка, большие дела в компании. И сегодня, я не знаю, есть ли Гульсум, потому что она едет в другой город в поезде, и вряд ли она подключилась, но тем более она мне передавала привет от амбассадоров, именно мистеру Дэвиду. I'm not sure if Gulsum is here with us today, but she wanted to say hello to Mr. David Hart. She's currently traveling, and her daughter became our newest ambassador. Я работаю в туризме 40 лет, 40 лет в туризме, и продолжаю работу туризма. Хоть у меня возраст не так уж молодой, но тем не менее, как молодой человек, который имеет большую энергию, я имею большую энергию и желание, и продолжаю работать в туризме, теперь уже в Траворьеме тоже. I have over 20 years of experience in the travel industry, and now I'm happy to use my knowledge, insight, and experience and use that in my Travorium business. Потому что Траворьем в Казахстане очень принял большую работу, начал заниматься очень сильно, так как люди уже идут сами, ищут партнеров Траворьем, чтобы подписаться и путешествовать по всему миру. При минимальном бюджете в отелях 4-5 звезды. With what Travorium is offering, the opportunity for people to book 4- and 5-star hotels and resorts at 2-star prices, Travorium is growing rapidly and expanding rapidly here in Kazakhstan. And we actually have people that are looking for Travorium partners just so they could join the company with them and travel at these discounted rates. Сегодня Траворьем самая быстрорастущая компания именно в MLM-структуре. И когда наши партнеры получают уникальные технологии и инструменты для развития своего бизнеса. Today in my business life, Travorium is the fastest growing business and company that I'm a part of and that I see here. Good news. Very good. I like it. Хорошие новости. Очень хорошие новости. Да, поэтому сегодня наша команда двигается вперед, команда развивается, увеличивается. Я приветствую всех наших партнеров сегодня на сегодняшнем зуме и хочу сказать, мы двигаемся, времени мало мне говорить, но двигаемся вперед, развиваемся вперед, двигаемся по всем направлениям. Самое главное, в нашей структуре много людей путешествуют. Несколько тысяч уже человек, более 1000 человек проехали по бесплатным поощрительным турам. Многие путешествуют по travel-сайтам, многие ворд-туры уже начинают большие открываться. И большая поддержка Дэвида в этом, что открывает казахстанские отели, казахстанские ворд-туры в ближайшее будущем. В ближайшее время, буквально 2-3 месяца, скоро вы увидите. Я думаю, Дэвид сам расскажет об этом. Я думаю, что это как раз начало нашего старта, именно Казахстан, чтобы развивался люди наши в Казахстане, иностранные партнеры приезжали в Казахстан и удивились нашим красотам. So right now we're growing at an unbelievable rate and continuing to grow and expand our Travorium businesses here. Most importantly, many people on my team have been utilizing our services and traveling. Over 1,000 people on my team have taken advantage of their incentive gift trip, and many others have taken advantage of the world tours. And I thank David Hart for opening additional world tours that are more convenient for people living in Kazakhstan. And I know that this is just the beginning. I'm excited about the growth and the expansion and the world tours that are yet to come, which I'm sure we're going to hear about today. So thank you for that, Mr. Hart. You're welcome. I'm excited. Go ahead. Я очень жду приезда Дэвида, Дэвида и его команду в сентябре месяце в Астану, Казахстан, Алматы, Бишкек, где мы должны еще раз с ним встретиться, обсудить много вопросов, много у нас предложений, много интересных дел у нас вместе с Дэвидом, потому что мы развиваемся и будем идти вперед вместе с Дэвидом всегда. We eagerly await David Hart's arrival here to Astana, Kazakhstan.
and the surrounding cities here so we can continue to grow and expand. And David Hart and I have a lot to discuss, a lot of questions that we need to cover as we continue to expand and grow here in our country. Так что мы ждем Дэвид Харт в Казахстане вас, ждем Егер вас в Казахстане. Но тут у меня жена хотела слово сказать, ладно, но не подключили. Я передаю от нее большой привет. Это моя супруга, которая 40 лет со мной живет, с одним мужем, как говорится, и мы делаем вместе большие дела. My wife, who couldn't be on here today, says hello to you all, to Igor, Larissa, and David Hart, my wife of 40 years. And we eagerly await your arrival in Kazakhstan, Mr. Hart. Так что Thank you. команда двигается вперед, только вперед, и мы будем путешествовать по всему миру вместе с вами. Team, we're moving forward, and we're just going to keep moving forward and traveling the world together. Сейчас я нахожусь в городе Астана, в моем офисе нахожусь, и думаю, что в ближайшее время мы будем встречаться с командой Астаны, проведем мероприятие, и в сентябре Дэвидом Хартом мы встретимся и откроем, как он говорит, офис, откроем. В общем, дел впереди очень много, интереснейших дел. Right now, I am sitting in my office in Astana, Kazakhstan, and I'm looking forward to David Hart's arrival so we can continue to expand in our city and open our main corporate office over here as well and keep moving Trevorium forward here. Yeah, I look Спасибо. forward to doing that too, Abraham. I will be there in September, and we will officially open up our corporate offices in Almaty for the operations in Kazakhstan. It's going to be an exciting times. Дэвид Харт тоже с нетерпением ждет эту встречу и открыть этот корпоративный офис в Казахстане. Я думаю, что это будет у нас грандиозное мероприятие в Казахстане, которого все ждут. I think this is going to be a ginormous event in Kazakhstan, and we are all eagerly waiting for it. Мы будем открывать еще, у нас предложение есть открывать другие страны. Другие страны будем открывать вместе с Дэвид, с вами, с Игорем, со всей командой будем открывать другие страны, потому что все хотят попасть в Траворим из других стран. Мы должны это сделать вместе, организовать, подключить, и чтобы мир был, весь мир был в Травориуме. And Mr. Hart, we want to open additional countries, not just Kazakhstan. So we want to do that with you and with Igor's help because Trevorium is growing, it's expanding, and every single person in the world wants to be a part of this amazing company. Спасибо за внимание. Thank Будем you for your оставаться. attention. Спасибо, спасибо, Абылхан. Давайте поаплодируем ему, сердечки отправим. Да. Специальные аплодисменты. 40 лет он сказал вместе с женой, да? Молодец, Абылхан. Мы вас поздравляем, вы молодцы. Вы пример для подражания многим людям. Поэтому не только в бизнесе, но и во всех сферах. Let's Хорошо. applaud Abuhan and all of his achievements and all of his success in Trevorium, as well as in life. He stated he's been married to his wife for over 40 years, and that's a huge achievement in and of itself. So let's give him our hearts and our applause right now. Yeah, that's a big Хорошо. deal. Congratulations. Да, Thank you и so David, can I introduce you now? Yep. very much. Okay. Да, и ребята, значит, сейчас я хочу предоставить слово нашему многоуважаемому президенту нашей компании Дэвид Харт. И знаете, я от себя, можешь перевести. And now I have the pleasure of introducing our amazing CEO and founder, Mr. David Hart. Но я хочу от себя сказать, знаете, что я не любитель хвалить людей так прям сильно, да, рассказывать о них, но то, что я реально увидел в Дэвиде, да, вот в его почерке работы, в характере, это на самом деле человек высокого уровня. У него есть принципы, у него есть, знаете, такие качества, где он хочет помочь людям, и этого не отнять у него. And I normally don't like to brag on people, but I will brag on David Hart because
He's an amazing person. He's got big goals. He's got amazing principles that he applies in his life and in his business. And he's created this amazing opportunity for all of us. И знаете, это говорит о стабильности человека, о стабильности бизнеса, о планах компании наперед. Это много. David Hart tells me that this is a stable company because he is a stable person and he has amazing plans for Trevorium. Я с огромным удовольствием хочу представить слово ему и, пожалуйста, также отошлите ему сердечки, потому что этот человек, который имеет тоже 7 детей, да, это много. И, знаете, он сегодня как настоящий отец заботится о нас вместе всех с вами взятых. So it is my great privilege to introduce you all to David Hart. And besides his success in Trevorium and in business, he's also a father of seven children. And in a way, I feel like he's a father to me and to all of us in Trevorium. And so we want to welcome Mr. Hart. Thank you, Igor and Larissa, of course, there. Appreciate both of you guys. And we want to celebrate their success real quick. They just reached the level of 4-star ambassador in our company. And in a very short time, their income has, gone to, I believe in the next 12 months, they'll surpass $700,000 a year in our company. Спасибо, Игорь. Хотел поблагодарить тебя за слово и хотел также поздравить вас, то, что вы достигли такой большой уровень у нас в компании, 4 звезды, амбассадор. Игорь это сделал за самое короткое время в нашей компании, поэтому мы хотим его за это поаплодировать сегодня. И я уверен, что в течение следующих 12 месяцев Игоря доход вырастет еще на 700 тысяч в год как минимум. Поэтому поздравляем Игорю и Ларису Никитских. And that's an incredible accomplishment inside 2 years. And of course, when you reach that level of accomplishment, it's not done by yourself, but a powerful team of people. And Abraham and his team in Kazakhstan, which is part of Igor and Larissa's team. And you guys are doing an incredible job. I'll let you translate that, then I'll continue on here. И я знаю, что это просто невероятно, то, что Игорь с Ларисой этого достигли за такое короткое время, меньше 2 лет. И я хотел их поаплодировать и также всю вашу команду, потому что я знаю, что это работа вашей команды, таких людей, как Абулхан, которые работают, и их команда тоже растет. И благодаря такой замечательной команде вы теперь одна из самых быстро растущих команд в нашей компании. So yeah, you have Abraham and his wife and Gulsum, who are both 2-star directors in the business. У нас есть Абухан и его жена Игульсум, которые сейчас амбассадоры 2 звезды в нашей компании. And then we have 7 ambassadors already in Kazakhstan and Kyrgyzstan. И теперь у нас в Казахстане и в Киргизстане уже 7 амбассадоров. I feel like I was just out there last week. Well, I think I was just in Kazakhstan last week, and now there's, 9 ambassadors in that region of the world. And, as a team, you guys are doing an incredible job. У меня такое У нас 10 амбассадоров. чувство, что мы только были в Казахстане вчера. И на сегодняшний день у них такая огромная команда, целых 10 амбассадоров в этом регионе. Mr. Hart, he said they have 10 ambassadors, not 10 9. ambassadors. Thank you. Well, that's incredible. And I believe one day there will be more than 100 ambassadors in that region. Это просто невероятно, и я верю, что скоро там будет более 100 амбассадоров в их стране. I wanted to give you guys some statistics what's happening in the company right now. Я хотел вам дать статистики, что сейчас происходит вообще в нашей компании, какой у нас рост. Our company number one is debt free. We owe debt to no one. Во-первых, у нас компания без долгов, мы никому ничего не должны.
And we pre-buy travel inventory 6 months to in a year in advance all the time. И мы покупаем, сразу выкупаем наше путешествие за 6 месяцев или за 12 месяцев наперед. And so what that means is that we're a very stable company. И что это значит? Это значит, что мы очень стабильная компания. In the month of July, our company grew by 3,186 people that joined the company. В месяце июля в этом году у нас в компанию пришло более 3186 новых членов. Every month for the last 12 months, our company has grown over the month prior. И каждый месяц на протяжении последних 12 месяцев наша компания с месяца в месяц продолжает расти все больше и больше. In the month of June, over July, we grew by more than 10%. Если сравнить июнь с июлем, то за этот месяц мы выросли более 10%, если сравнить с июнем. Based on our company's current growth rate, we're going to double in size in the next 8 months. И когда мы видим такие номера, такую статистику в нашей компании, это нам говорит, что наша компания в 2 раза вырастет в течение следующих 6 месяцев. So what that means is that there's going to be a lot more ambassadors, a lot more four-star directors, И a что lot это more people значит? rank advancing. Это значит, что намного больше людей будут достигать выше уровней. У нас будут намного больше 3-4 звезды директоров и, конечно, намного больше амбассадоров. The great thing about travel is it's a business of dreams. Что замечательно про путешествия, это что это бизнес мечты. Everybody dreams of travel. It's fun to talk about, and everybody wants to do it. Каждый человек мечтает путешествовать. Это такая тема, о которой легко говорить, и каждый человек хочет это делать. And our company is a, I mean, obviously we're a global country, a company in 60 countries. И наша компания глобальная, мы открыты в более 60 стран по всему миру. Know, and your business may stretch all over the world in languages that you don't speak or countries you've never been to. И у вас бизнес может вырастить в стран, где вы никогда не были, и у вас будут партнеры, которые будут говорить по языкам, которые вы не можете говорить. Abelheim has got lots of business in the United States in his downline. У Абулхана очень много есть партнеров в своей команде в Америке. It's pretty amazing how your network of people that you build a team with could travel around the world. Это просто невероятно, как твоя команда людей, кого ты знаешь, могут путешествовать по всему миру и знают людей, имеют контакты по всему миру. Next Monday, we launch Estonia as another country that we're opening it up in. Следующий понедельник мы будем делать открытие Эстонии. Это будет наша новая страна, куда мы распространяемся. My wife and I will be coming to your part of the world in Astana, Almaty, and Bishkek. The exact dates aren't set, but we will be in country from September 25th until October 5th. Я с моей замечательной супругой будем находиться в вашей стране, в Астане, в Алмате, в Бишкеке. Мы будем там находиться с 25 по 5 октября. Насчет дат точных мы еще не знаем, но это будет на протяжении этого времени. And I'll be working with the leaders to here shortly to put together the actual meeting dates that we're going to be offering events, but we plan on doing three major events in all three of these cities. И мы хотим сделать 3 больших мероприятия во всех этих городах. So I'm excited to go back and get to know people and share the Trevorium opportunity.
Я буду рад быть опять в Казахстане и распространять нашу компанию и делиться с людьми возможностями, которые Траворium им предлагает. I have been a business owner and entrepreneur for 40 years. Я был уже бизнес-оунер и предприниматель более 40 лет. And I know you're asking yourself, how is that possible? You only look like you're 25. Я знаю, вы, наверное, думаете, а как это возможно, Дэвид? Тебе всего 25 лет. I also like to joke around and have fun too. Но я также люблю шутить и иметь хорошее время. But after being an entrepreneur for 40 years of my life and finding success in business, Но one так of как я уже имею более 40 лет опыта в этой индустрии как бизнесмен. One of my goals and dreams and desires is to be able to teach entrepreneurism to people around the world. Одна из моих целей – это учить людей по всему миру, как они тоже могут стать успешным предпринимателем. Through Trevorium, I want to give hope and opportunity for people that are hungry to change their lives. Через Траворium я хочу дать людям возможность поменять всю свою жизнь. And the company's dream to expand and build a big business is big enough to encompass all the people that are on this call today. И мечта моя, и мечта этой компании, это такая большая мечта, что она больше, чем всех ваших, все ваши мечты на сегодняшний день. I believe that Trevorium will mold and shape the travel industry with our membership model. Я думаю, что Траворium поменяет весь мир своей моделью путешествия. I want to make a big announcement. First world tour in Kazakhstan will be happening at the Rixus Borovo Hotel on November 13th to the 17th. Хочу сделать большое объявление, что у нас будет первый мировой тур в Казахстане. Это отель Rixos Borovo. Это будет мировой тур с 13 по 17 ноября. And you could tell them there'll be three dates in 2025. This will be one of many world tours coming to that side, that region of the world. Мы будем постоянно добавлять мировые туры в этой регионе, в этой части земли. И у нас будут три разных дат в 2025 году, когда люди могут взять эту поездку, этот мировой тур именно в Казахстане. But the first one will be very special to be at. It'll be November 13th to the 17th. Full board included, 5 days, it's $199. Но этот первый мировой тур будет самый такой впечатлительный. Он будет с 13 по 17 ноября. Окончательная цена после ваших туристических поинтов будет $199. И там будет full board. Mr. Hart, does full board mean all the food and drinks are included? Yes, I believe that's what that means, yes. Okay. И full board, это значит, что все ваши напитки, вся ваша еда будет включена в этой цене $199 на двоих, после того, как добавите туристические поинты. Кормить будут целый день. I'm not sure about alcohol. Some hotels have different definitions on that, and I was unable to get with Iris this morning and ask her that question before I built that slide. Насчет алкоголя я еще не знаю, потому что некоторые отели это включают, некоторые нет. И я сегодня утром пытался это уточнить, но не мог дозвониться человеку, который главный по этому делу. Я завтра уточню завтра. Abelham said he will figure this out tomorrow. Fantastic. Abelham's been a big help in with this first world tour, so I want to thank you, Abelham. Я хочу поблагодарить Абухана, потому что это с его помощью мы открыли этот первый мировой тур в Казахстане. Без его помощи мы бы не смогли этого сделать. Спасибо. Спасибо. All right, hey, we still have rooms left in Prague.
By the way, this is a phenomenal deal here. So you could go stay here for $1. We do have lots of people from all over the world going to this hotel. There'll be more than, I think 200 people at this hotel in November. So I just wanted to just say that, hey, this is a great world tour. If you're going, phenomenal. If not, it's a great marketing piece for you to show people the value of the company. У нас еще есть комнаты в Праге на эту поездку, этот мировой тур, который будет в ноябре. Четырехзвездочный отель, классная локация, завтрак включен на двоих. Ваша цена $1 после ваших туристических добавленных поинтов. И я знаю, что здесь будет более 200 человек с нашей компанией, поэтому, если хотите поехать, приглашаем вас туда. Или если нету возможности поехать, то пользуйте этот мировой тур для вашего маркетинга, потому что это просто невероятная ценность и цена $1 за 5 дней в такой поездке быть. Okay, so we reached capacity today too. I had to take a picture of that. We have 1,000 participants on the Zoom today. Я сфотографировал Zoom, потому что мы дошли до 1000 человек на этом Zoom, и Zoom закрылся, новые люди не могут зайти. Yeah, so and we have and I so next we'll do this every month. I'm going to be coming on and doing a presentation every single month at the beginning of the month. And so next month, the first part of September, I'll make sure that we have room for 10,000 seats. So я буду делать такой корпоративный звонок именно с вами, русскоговорящий, каждый месяц, начиная с месяца сентября. Это будет в начале месяца. И в следующий раз я сделаю, чтобы было 10 тысяч мест для людей на этом зуме, так как все не поместились сегодня. Это просто невероятно. I want to just kind of share, you know, we have these 5 world tours that we have. And of course, there'll be more than 100 different world tours next year, just like this year. And I just wanted to highlight, you know, these 5 and just talk about them in a way that really is, it's the diversity of our product. There is no travel club or membership on the planet that even comes close to what we have here at Trivorium. So be proud of what you're marketing to people. Я хотел поделиться с вами самыми такими интересными мировыми турами, которые у нас сейчас есть. Они все разные местности по всему миру, все такие шикарные местности, где каждый хотел бы побывать. И нам в следующий год будет добавлено более 100 мировых туров. Как в этом году, у нас будет много вариантов, много разных мест, куда можно съездить, отдохнуть. Но это 5 из таких самых лучших, которых я выбрал показать вам сегодня, потому что это очень классные цены и местности, куда можно съездить. Лариса, I just sent you a message real quick on text. I mean, like Khao Lak, Thailand. It's a 5-star hotel in December, which is their busiest time of the year. And to be able to go there for a week for $369, breakfast included, is an incredible deal. Khao Lak, Thailand, в декабре с 9 по 15 числа. И чтобы поехать туда на 2 человека за $369, когда это самое такое занятое время в году в Таиланде, это просто невероятная выгода и цена. And we will be adding many destinations, world tours on your side of the world, in your region. We're excited to be able to expand in 2025 into that side of the region and see people travel all over the world. И в следующий год мы будем добавлять еще мировые туры, мы будем распространяться в ваш регион, в вашу часть земли, будем там добавлять дополнительные мировые туры, чтобы дать каждому человеку возможность съездить, отдохнуть и увидеть мир.
We talked about Eager Larissa. I can't say enough about them leading the way. You know, in network marketing, you know, one of the things you always have to be thankful for your upline is that they were willing to say yes and get started. And because of that, that's why you're here today. Хотел опять поздравить и поблагодарить Игоря с Ларисой за то, что они вошли в эту компанию и достигли такого огромного уровня и успеха в компании за такое короткое время. Это лидеры, за которыми стоит идти, и они идут вперед и показывают нам этот путь тоже. I know that Gulsum is forever thankful that Abelham shared Trevorium with her. Я знаю, что Гульсум очень рада, что Абулхан с ней поделился Травориумом. And I think that it's important, just like Igor and Larissa are forever thankful that Tatiana shared the business with them. Так как Игорь с Ларисой благодарят Татьяну, то, что она их пригласила в Травориум. It's always important to remember when you build a team, it's always important to remember in network marketing. It's always important to remember who your sponsor was, who helped bring you into the business, and have gratitude towards that person. Очень важно, когда вы строите бизнес в сетевом маркетинге, помнить того человека, кто вас пригласил и привел в компанию и помогал вам. Sometimes in our industry, some people miss that part of having gratitude towards the sponsor or the leader that helped them come in the business. Иногда люди в нашей индустрии забывают благодарить тех людей, которые их привели и пригласили в нашу компанию. But it's important to remember to do that because this is a duplicatable business. And people do what you do, and you want your team to be thankful and have lots of gratitude with you. And so you must first give the gratitude back. Но это очень важно делать, важно благодарить ваших вышестоящих лидеров, кто вас пригласил в компанию, потому что это бизнес дупликации. То, что вы делаете, ваши люди будут тоже делать. И если вы хотите, чтобы ваша команда вас благодарила за то, что вы их пригласили в компанию, вы должны сначала благодарить тех людей, которые вас сюда пригласили. I'm gonna do a little coaching here today. Я сегодня немножко буду коучинг вам проводить. You know, I believe it's the downline's responsibility to reach upline and create a relationship with the leaders in your upline, your ambassadors. Я считаю, что это человек, который внизу в организации, должен сам найти своих вышестоящих лидеров и найти их и работать вместе с ними. To become an ambassador, you have to become a servant leader. You're helping people succeed. You're doing trainings. You're doing presentations. Чтобы стать амбассадором, ты должен стать человеком, который будет помогать другим. Ты должен делать презентации, ты должен проводить тренинги, ты должен помогать и работать с твоей командой. So the ambassadors are doing their part. So for you to do your part, it's like reach up, build a relationship. When you talk to the upline ambassadors, you know, be coachable. Ты должен сам находить в своей структуре твоих вышестоящих лидеров, твоих вышестоящих амбассадоров и строить с ними отношения и узнать их поближе. So, I always believe that if you find out what successful people are doing and you emulate or duplicate their efforts, you too will have what they have. Я всегда верил, что если ты найдешь людей, которые имеют тот успех, которого ты тоже хочешь достичь в жизни, и если ты будешь делать то, что они тебя учат делать, ты тоже достигнешь этого успеха в своей жизни. All right, so a lot of times people ask me, how the heck do we pay out what we pay? I get that question asked a lot.
Много раз люди спрашивают, как Траворium выплачивает столько денег, сколько эта компания выплачивает партнерам. Как это вообще возможно? Очень много людей спрашивают этот вопрос. So our company is committed to pay out a max of 62.5% of the BV. Наша компания выплачивает 62,5% полностью от волюма наших клиентов. And the rest is left for travel and operations. А все остальное, что остается, это для путешествия и для операторов работы. So when we partner with people in Trevorium, Поэтому, когда мы в Травориуме встаем партнерами с людьми, their responsibility, your responsibility, is to educate, train, and help your team understand the product and help them market the business. так как такой большой процент денег идет тебе как партнеру, твоя обязанность это обучать твою команду, помогать твоей команде и работать с твоей командой. And if you do your part, we're going to always continue to do our part. Если вы будете делать вашу часть, то мы будем продолжать делать нашу часть в компании. You know, I always ask people the question, are you in control? Я всегда спрашиваю людей, вы являетесь в контроле, вы контролируете? Do you have control of your time and do you have control of money? Вы имеете контроль своими деньгами и контроль своим временем? And I believe that should be the goal of people in life is to have control of time and money because it allows them to become who they really want to become. И я считаю, что каждый человек должен стать мастером в этом деле, контролировать свое время, контролировать свои деньги, потому что это даст вам возможность быть тем, кто вы хотите быть в этой жизни. That's why it's important to have a type of business that allows you to make residual-based income and money that's not based on your own efforts. Поэтому это очень важно иметь такую возможность, как Траворium, иметь бизнес, где вы можете зарабатывать дополнительный именно пассивный доход, который не зависит только от вашей проделанной работы. And that's what makes it so powerful. И именно поэтому у нас такой сильный бизнес. It's not really about the number of money you make or income that you make, but it's more about you as an individual being able to do what you want, when you want, with whom you want. И здесь самое важное не то, сколько денег ты сможешь заработать, а что ты будешь делать с твоим временем, когда у тебя будут все деньги, которые тебе нужны будут. Что ты будешь делать своим временем? Это позволит тебе возможность делать, что ты хочешь, когда ты хочешь и с кем ты хочешь. So the question is, are you living your best life? И у меня вопрос для вас. Вы живете своей самой лучшей жизнью сейчас? Are you in control of time and money? Вы контролируете свое время и свои деньги? And 95% of the world is not. Потому что 95% людей в мире не имеют этого контроля. So I am speaking to most of the people on this call. Поэтому я знаю, я говорю большинство из людей, которые сейчас на этом зуме-вебинаре. Why not you? Why Почему не вы? not? Why not now? Почему не сейчас? Go make it happen, make no excuses. Иди работай и не делай какие-то excuses для себя, отмазки. And I'll just leave you with this picture right here. It's one of my favorite resorts to go to down in Cabo San Lucas. Absolutely love this place. Эта картинка одна из моих самых любимых резортов, курортов, которая находится в Кабо-Сан-Лукас, Мексике. And so I'm gonna give the Zoom back to Abraham and to Igor and Larissa to close out the Zoom.
and to give final thoughts. И хочу передать слово Игорю Никитскому и Абулхану, чтобы они закрыли этот звонок и дали свои последние впечатления. So I'll get back to you, phenomenal leaders. Хочу представить опять наших замечательных лидеров. Дэвид, огромное спасибо вам за то, что вы сделали такие объявления. И людей на самом деле это вдохновляет, потому что они очень долго ждали, чтобы открылась уже Казахстан, какие-то мировые туры. Поэтому мы даже вчера с Абулханом говорили об этом, а сегодня мы уже эту новость получили. David Hart, we want to thank you for taking the time to be on this call, for encouraging and motivating us all, and for sharing the amazing news of the New World Tour that we were just talking about and that you announced today. Absolutely. Many, many more are coming. This is the first of many. И специально у нас проходит сейчас челлендж, да, ребята, и мы это все также посвящаем к нашему челленджу, то, что сегодня, знаете, идет такой успех у компании, да, идет процветание компании. Поэтому мы благодарны Дэвиду за его поддержку, за то, что на самом деле он не словом, а делом делает все, чтобы у нас был успех. And we want to thank David Hart for supporting us now during our challenge, that you're supporting us not just with your words, but with your deeds. As we continue our challenge, that's going to help people reach their goals and have success. И то, что, знаете, то, что Дэвид сказал, что мы партнеры ему, да, мы не просто на него работаем, мы ему партнеры. Он сегодня сказал, что он делится с нами 62,5% своего дохода. Это просто много. And I'm just blown away by the fact that Mr. Hart calls us partners. He does not call us employees and, you know, make it seem like we're working for him, but he makes it seem like we are working with him, that we are his partners, and he's paying us a whole 62.5%, you know, of the overall profit, which is absolutely huge and unheard of. Мистер Дэвид, мы благодарны вам за все, что вы делаете для нас. Mr. Hart, we thank you so much for everything that you do for all of us. Да, и я хочу... Я хочу тоже поблагодарить мистера Дэвида, на самом деле, за то, что он внимательно относится к нашим маленьким каким-то проблемам, которые возникают как человеческий фактор. Но он быстро решает лично сам наши все вопросы, быстро, очень быстро, когда ему напишешь на WhatsApp, он быстро реагирует, и это качество его очень мне радует. And I want to thank Mr. David Hart for a quality that he has, which is he always gets back to us in a timely manner. Whenever we have the littlest problem, he always gets back to us, and he figures everything out in a timely manner. Я думаю, что в сентябре мы увидимся, но мы с Дэвидом часто общаемся в амбассадорских зумах, встречаемся почти еженедельно, и мы все вопросы, которые нам ставят наши партнеры, мы стараемся их решить в положительную сторону, и в этом плане мистер Дэвид всегда первый откликается на наши просьбы, и мы готовы всегда поддержать его, как он нас поддерживает тоже. And we are eagerly awaiting his arrival in Kazakhstan. I love our weekly ambassador webinars that we have where we resolve all of the issues and the problems going on with our teams and people that are a part of this company. And we love that you're able to resolve everything in a positive and quick manner and that you really do care about all of us. And we're happy to be a part of this company with you. Здесь задают вопросы относительно лицензии компании. Мы с Дэвидом Харт в курсе. Сейчас буквально все документы находятся на лицензировании, на получение туроператорской лицензии.
И я думаю, что на эти вопросы скоро быстро решатся. Мы официально открыты в мае 2024 года. Буквально несколько месяцев официально открыты. И все маленькие вопросы, которые у нас по открытию, скоро завершатся в сентябре месяце. A lot of people were asking about the legal documentation on Trevorium, specifically in Kazakhstan, and proof of that documentation. We're still new. We just opened officially in May of 2024, and we're getting those documents together for those that are interested in seeing that information. Yes, absolutely. Поэтому я хочу сказать всем спасибо. Команда у нас Дэвид, у нас команда мощная, у нас хорошие амбассадоры Ульсум, Шаихова, Амангильде, Мунира, Неля, Зарина, Ирлан, Берденов, кто еще у нас? Асан Гаитов. Очень много, кого может не назвал, но хорошие амбассадоры, которые команду тащат вперед. Я хочу сказать нашим амбассадорам и лидерам во главе Людмилы Гололобовой, которая поверила в нас и пошла, и Гульсум она пригласила. Вот такие люди, у нас лидеров очень много, которые развивают компанию нашу. I want to thank my team and my amazing ambassadors for all of the work that they're doing. We have 10 incredible ambassadors that are paving the way for their teams and putting in, you know, the effort and the work ethic. And so I want to thank my team and all of my amazing leaders. Вы знаете, я хочу сказать за Людмилу отдельно, потому что это та женщина, которая как учительница, да, она сумела сформировать этот класс. Может быть, она еще не амбассадор, но ее, знаете, опыт, он сегодня дал серьезный результат в Казахстане. Так что... Я хочу поблагодарить моего вышестоящего спонсора Виктора Высоцкого, который делает большую работу с нами, который пригласил меня когда-то в Трагорим. Я не верил в это дело, думал, это что-то непонятное. Но я когда увидел, что Трагорим делает большое значение, внимание именно в Казахстане. В Казахстане открыты все отели с большими скидками. В Казахстане есть все экскурсии. Зайдите в сайт, travel сайт. Все по Казахстану. Вы можете в Казахстане путешествовать между городами. Вот что дает Трагорим. Для развития туризма Казахстана, внутреннего, въездного туризма, приглашайте иностранцев для того, чтобы в Казахстан приезжали. Наша цель – пригласить американцев всех, французов всех, европейцев в Казахстан. The company is continuing to grow and expand. We have a lot of tours and excursions in Kazakhstan. We have amazing, substantially discounted rates on our hotels and resorts. And this is just the beginning. We're continuing to grow. I want to thank Viktor Vysotsky, the gentleman that invited me to this company, that he thought of me, that he invited me to Trevorium, and for all of the work he's doing to work with me and to help my team here in Kazakhstan. I'm very grateful to him for all he's done for me. Хорошо, ребята, спасибо всем огромное. Еще раз хочу сказать за резорты в Казахстане. Вы вот те, я с Америки, да, и приезжал туда, из своего опыта говорю, что это не Мексика, это совершенно другой опыт. Еда, которая там, вы настолько в нее влюбитесь, так что вот этот мировой тур уже заказывайте. Уже, если он выйдет, и едете в Казахстан, и вы увидите, насколько это новый опыт, это новые возможности и так далее. Так что благодарим всех вас, спасибо огромное, желаем всем хорошего дня, желаем всем достижения на ваших позициях, ваших уровнях, чтобы все у вас получилось. А поверьте, у вас все получится. And I just wanted to add, for those of you that have never been to Kazakhstan, I had the opportunity to stay there recently. Their resorts and hotels are second to none. You will fall in love with the service, with the food. The food is absolutely incredible. So I encourage all of you to start booking that world tour right now while it's still available. Because speaking from experience, I know you're going to enjoy that. And I just want to encourage all of you to keep going, to keep working,
And eventually, you know, with your hard work and consistency, you're going to reach your goals and your success here in Trevorium. Спасибо всем огромное. Thank you, everyone. Thank you, David. We really appreciate you for your help. Not Bye. good. Yes, bye.